Бляха, муха, я под текстурами, что? Стоп, что? Что? Что, блин? Как? Всем привет, с вами XCGenial, и сегодня будет традиционная серия покатушек. В ней будет много чего интересного, ну так что ж, приятного просмотра. Как я тогда так улетел? Хочется понять, как я туда попал. Как я туда просто смог попасть. Готов. Поднимай колесо. Есть! Я под текстурами. Понятненько, я понял, как сюда можно попасть. Обалдеть. Это вообще прикол. Ха-ха-ха. Там просто под крышей текстура прозрачная, сквозь нее можно улететь. Надеюсь, сейчас получится. Столько попыток. Та долбанная встречка. Блин, жалко, трафик вообще отключить нельзя. Во, 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 вон за текстурье. Это надо выше потолка перелететь. Ясно. А, я знаю, можно вообще попробовать сюда на вертолете залететь под козырек. Так. Во, встречка. Во, 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 во. Ни хренашеньки. Обалдеть. Вот это офигенно было. Блин, ну чуть-чуть и увидели бы за текстурой. Но нам надо не увидеть, нам надо перелететь все-таки. Так? Нет, не получается. Просто не получается. Ой, мы чуть на ноги не приземлились. Что, за нами копы приехали? Это не очень хорошо. Да долбанная встречка, ну как так? Так. Окей. Окей, встречки пока нет. Хороший шанс. Есть за текстурой. Да, мы прям сальтуху сделали, это круто. Так, надо бы попробовать вызвать какой-нибудь истребитель крутой или вертолет. Ёкаламене, да как здесь увидеть вертолет? А, вот он, ни хрена, он далеко. Так, я подъезжаю к вертолету. Хорошо, что этот бак, он рядом с моим домом. Я вот честно скажу, я не знал, что он там есть, я не знал, что он там присутствует. Просто случайно заехал и как-то попал. А, вот он наш вертолет огромный. Садимся. Ну, по-моему, этот вертолет будет большеват. Надо было что-то поменьше купить и заказать. Так, вот это здание. Нет, он не поместится, кажется. Там будут мешаться столбы. Мы туда не взлетим даже. Да. А вот ты нифига. Не-не-не-не-не, это была плохая идея. Это была очень плохая идея. Да. Надо было что-то поменьше взять. Нужен какой-то миниатюрный такой. Самый маленький вертолет. У них есть вообще такой? Я что-то подобное видел, но не покупал. Нет. А, да, вот он. Бузерт. Он маленький довольно-таки, мне кажется. Тебе фиг знает, честно говоря. Поговори-то, может быть, не влезть. Я не понимаю, зачем на меня агриться? Эй-эй-эй-эй-эй-эй! Обурел совсем. Ладно, пофиг. Мы деремся и одновременно в телефоне лазаем. Вообще офигенно. Мне нужно сюда, блин. То же самое место, серьезно? Стоп. А, это подписчик. Слушай, довезешь, может, а? Нет доступа к транспорту, алло. Ау-ау-ау-ау, это было слишком больно, чувак. Нет доступа к транспорту. Не знаю, он меня слышит или нет. Доступ к транспорту. Его нету. Алло, ты меня слышишь? У меня вроде микрофон включен и звук есть. Ник, 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 Ник. Да что ты делаешь, ни хрена? Не доеду туда сам лучше. Я бы уже доехал, конечно, но... нужно взять дверь... Это кто такой? Ты кто такой, твою мать? Это бот. Прикол, это бот, мать его, бот. Блин, все-таки хочется тут туда. За текстурой попасть на вертолете. Это было вообще офигенно. Вот как я еду, просто интересно, а? Надо забрать вертолет. Надеюсь, у этого вертолета габариты позволят залететь за текстурой. Это было бы очень круто. А, слушайте, а этот по габаритам, может быть, еще и подойдет. Если постараться, если справиться с управлением. Тихо, не садись, я слишком сильно сбросил обороты. Пегасус конфискует это транспортное средство. Что? Это вообще-то мой вертолет. Но, кстати, можешь меня, ну не придавить, но довести, я хотел попросить. Ну ладно. Ну ладно, давай. Может, он даже меня слышит, я просто понять не могу. У меня включена
А, он меня слышит. Фух, ну слава богу. Стоп, это не мой бузер. Теперь я понял, в чем проблема. Почему Пегасус конфискует это транспортное средство. Назад. Стоп, это даже не бузер. Фу, ты, ёкарный бабай. Попробуем попасть за текстурье. Это будет офигенно. Так, вот это здание. Опа, опа, аккуратно. Аккуратно, мать твою, оксиген. Оксиген. Ну, аккуратность, мое второе имя. Все хорошо. Все хорошо, набираю обороты. Теперь. Так. Опа. Нет, 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 назад, 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 назад. Во, во, наверх, наверх. Нет, похоже, на вертолете это нереально. Слушайте. Он слишком большой. Он слишком это большой. Во-во-во, за текстурью, вы видели? Но попасть, похоже, туда все-таки невозможно. Транспортное средство уничтожено. Ну, я так и знал. Так, надо байк заказать. Ну, я, пожалуй, возьму BF-400 сейчас. Я тогда на Акуме был. Но у него прыгучесть плохая. Сейчас на BF-400, думаю, все будет, ну, зашибись. Нафига я оставил вертолет посередине? Ну, ладно. Что с ним? Что это было? Так. Во! Во-во-во! Вообще зашибенчик! Вообще зашибенчик! Это было офигенно! Вот это я понимаю! Вот на BF-400 сюда легко попасть. Это было круто. Вау, ладно, сейчас пусть встречка проедет. Все, может, из-за этого поехало. Извиняюсь. На колесо. Блин, ну как так? Почти получилось. Вот здесь точно не хватило... Что это было? Воу-воу-воу, что за карусель? Что это было? Ладно. И это вы считаете нормально, да? Вот такое вот поведение. Машины в воздухе вертятся, люди из них вылезают. О, Гтаха сошла с ума. Ладненько. Что это? Что это было? Гтаха не перестает удивлять, конечно. Фак. Воу! Воу! Почти на ноги приземлился, нифига себе. Воу! Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Тихо! Вот это да! Что это было? Ну вот это реально за текстурой какой-то. Какая красота все-таки. Ну прикольно, прикольно. Можно посмотреть на все здания снизу, вон машины едут. Довольно интересно. Но я пока лечу вниз и вниз, вниз и вниз, вниз и вниз, как... Странно очень, это очень странно. А, вот, все, приземлился. О! Блин, я попал, он не попал. Как так? Вот как так? Или он тоже падает? Мне вот это интересно. Ё-моё, нас звертело. Эй, казалось, все равно здесь. Во, наверное, увидел. Вот это вот, было заметно, скорее всего. Стоп, а как он оказался там? Думаю, на этом пора заканчивать. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и добавляйтесь в друзья в PSN, чтобы мы могли вместе поиграть. Всем удачи, всем пока!